Blue Bunny. Message sequence diagrams. It's easy to lose track of what's happening when we have many parallel processes. To help us understand what's going on, we can draw a message sequence diagram, also known as MSD, that shows the interaction between different processes. The message sequence diagram in figure 11.2 shows the sequence of messages that result from a user typing the line into the widget message entry region. This results in a message to the chat controller window, followed by a message to one of the middlemen. This goes via M2 to the group controller. The middleman is a binary encoding of the Erlang messages involved. Просто beautiful piece of fanfiction. Просто. Я не знаю. Я читаю главу книжки, которая называется Smack Sleeps. Программинг и Ержланг. Эршланг. Hold up. You be saying? Ты чё, там на программе учишься? Да, пытаюсь. Я вот не знаю, какой язык программирования выучить. Просто пиздец. Я думаю, бля, программисты нормально зарабатывают. Я хотел бы быть программистом. Комплект тачанкин. Че ремовт? Че я сделал? Я какую-то кнопку нажал. Че ты сделал, Мудил? Ну-ка присоединяйся ко мне. Да, вот лучше так. Тачанкин? Блядь. Че у меня твоя тачанкин? Фиг чанка. Ты надумался ему поменять имя? Ну, типа, тут тачанка звучит очень глупо, на самом деле. Так она написана латиницей, блядь. Ну, потому что там все имена латиницей написаны, алё. А почему в русской версии она латиницей поменяли? Здравствуйте, let me get a... тачанка баф, maybe? Где тачанка баф, которую нам обещали? Где Коку Тачанки? Он же один спит оператор, значит, что ему можно носить Акок. Серьезно, дайте Тачанки Акок, как у Фузо, это будет топ-пик оператор. Да не, ну, блин, реально, то есть на LMG поставить какой-нибудь тепловизор, блядь, заебись. Да не, на LMG не обязательно тепловизор. Я говорю, на его стандартную волыну поставить Акок, как у Фуза. Дайте ему LMG в руки, блядь. Поставьте LMG на гироскутер, дайте ему, короче, фиджет спиннер в руки, и все, это вот баф, которого мы это заслуживаем. А как же хитбан? А кто с нами? Ну, мороженка? Что за мороженка? Я надеюсь, у тебя весь чат отключен. Кобла Попс, по-моему, да. Потому что он... Подожди, ты тоже Хантер? Да. Мы два Хантера. Ну, да пофиг. Чё куда идти-то? Чё, на кого там охотитесь, Хантеры? На каких-то плохо смоделированных чуваков из Вархаммера. А, да, точно. Я же не зря сел за компьютер. YouTube.com. Да... У них что, UI обновился? Что это за... Да. Что это за... Хуже настолько, насколько вообще возможно. Представляешь? Вот. Да. YouTube обновляет дизайн уже сколько раз, и каждый раз они умудряются как-то сделать его хуже, чем он был. Ну да, это нормально. Ладно. Все же для людей. Блять, это слит! Да. Посмотри на лодок. Ии. Налога новая посмотрим. Да, на фото.
нашли. Мне нравится, что они... Они... Раньше был хороший шлиф. В смысле, робота. Это ПВЕ обычный? Не, чисто волны, что ли, отражать? Я не нравится. Знаю. Если волны отражать, то это полный отсос. Короче... Потому что-то они столпились как-то. IGN 24 minutes of game of Destiny 2 gameplay as a Titan. Вот это смотреть, да? As a Titan. As a Hunter. Ай, чё? Я вообще не понимаю, что происходит здесь. Тут нормально. Welcome to the land of непрогруженные текстурки. Не, у меня всё нормально, кстати. Это, наверное, консольный геймплей. Это нет, это не консольный геймплей. Ты знаешь, у них так красиво нарисована вода, что издалека кажется, что не прогрузились текстуры. Ну это же Bungie. Рукопашку. Хули такие низкополигональные персонажи? Это что, 2009? Буквально кто-то сегодня писал, что типа... Ебать, короче, на ПК такой графон в Destiny. У меня все на Very High стоит. У меня тоже на 40. И еще и со сглаживанием. Выглядит как говно. Вон, посмотрите, какой в сиже. Тут всякие блики клевые и прочее говно, но это тут мешает. А само по себе игра полная. Вот у меня сейчас на экране что-то взорвалось. Я смотрю, и вот реально, ну, это не AAA игра, за которую 2 косаря можно... Да, это как... Это буквально... Это буквально Warframe. Так это и по геймплею Warframe. Ну, я и говорю, это буквально Warframe. Геймплей, вот, кстати, показывают геймплей. Уныло просто, короче, просто меме. Ну, типа, пострелял. Анимация перезарядки, окей. Он сделал, как в ММОшечке. Выглядит как... Вот как в этом новом ёбаном дизайне удалить видео из Watch Later, а? Как? Сука! Дизней. Нажимаешь, короче, кнопочку Edit и включается старый дизайн. Пацаны, платформер есть, господи, 10 из 10 игра года. Я больше всего в шутане хотел по платформам попрыгать. Я серьезно. Микс, спаси меня. Где это? Я не знаю, у меня там ревайв должно быть. Что я хочу сказать? Дизайн локации говно. Нет, это не волны отражать, у нас цель есть. Investigate the cable. Спасибо. А почему меня не отображает, что кто-то умер на интерфейсе? Не знаю. То есть я должен обязательно следить за таким? Да. Пока я тут перестрелку покуяжу. Какая заебись. Геймдизайн. Да. То есть на меня будет 10 врагов, я должен еще это время следить. А вдруг там из 60 человек кто-то помер? Ха, лол, тут футаж IGN, короче, прямо чисто противник в текстурке провалился. Ну, чуть-чуть, не проблема на самом деле. Топ-селлерс, чё у нас тут? А, XCOM. А, я могу персонажа сменить класс, то есть? Ты можешь нового создать. Раз? Револьвер Оцелот. Револьвер, кстати, нормальный здесь. В отличие от многих пух, он... хотя бы приятный. А чё в топ-селлерс Rust делает? Топ-селлерс Player Unknown Battlegrounds. Нету. Rust Battle Royale. Там же Ark вышел. Наверное, раз поэтому на первом. И Ark тоже есть. А, Ark, потому что, видимо, из Ирис чуть-чуть. Да-да, он релизнулся, пейсе. Он релизнулся только из... Да. Есть ревью... Нет, в смысле, он из Early Access'а релизнулся. I mean. Что это за боевка? Ну это... Короче... Bungie. Не, на самом деле у Bungie было лучше до этого. То мы есть... Взлетаем такие... Не, серьезно, выглядит как первый Halo. Вот я смотрю, то есть... Блять,
Там нет. Текстурки, тут, короче, Halo meets Borderlands на самом деле. Я не вижу Borderlands. Borderlands был какой-то свой стиль. Здесь нет, я про геймплей. Ганплей тут. Ну, нет, ганплей тут все-таки не из Halo. Ну, кажется только. А вот то, что тут ты всякое... Ой-ой-ой. Оу. Барб. А вот то, что тут всякое говно поуровневое. И вот это, ну, литерали же. Да. Это за китри. Вообще, блин, вот уже люди делали нормальные игры, короче, из которых можно брать пример. Взять, например, шмалялого из пушек, как в Killing Floor, и сделать из этого Overwatch. Будет говно. Ну, это будет как бы порно про пушки. Вот тут стрелять вообще Killing Floor и так порно про пушки. Бросался про пушки. Неужели я вижу красивую локацию? Это что, Соник? Ой, блядь, я чуть не упал. Вообще-то Соник заебись. А новый так вообще 10 из 10. Да мы уже знаем, что тебе Sega проплатила. Я даже... Лайк, никто не удивлен. И меня тоже Bandai Namco платят, когда я рекомендую всем Digimon Cyber Sleuth. Digimon Story, точнее. Я сегодня не сел играть в Sonic. Знаешь почему? Тому? Что? Потому что сегодня, короче, я себя плохо чувствую. Я понимаю, что я с плохим настроением просто не смогу оценить все величие, короче, происходящего на экране. Просто с такой скоростью. Чтобы это нужно выспаться, выделить день. Просто 8 часов. Плохого настроения должны быть другие игры. Плохого настроения должны быть другие игры, да. Например, Например, Destiny. Не-е-е. Потому что куда уж хуже. Это только наоборот. Это... От Ой, Destiny... Что я сейчас сделал? Если плохое настроение, ты будешь играть в Destiny, то... Sonic Mania, ты что, у тебя начнется Sonic Remake? У тебя там не то, что Crippling Depression будет. Нет, Sonic Mania это не ремейк. У них есть ремейки локаций, но там на самом деле оригинальный сюжет и такая история. И там вообще Sonic нагибает. Синяка плевает. Там есть ремейки, например, Green Hill Zone, которая наполовину из первого Соника, а наполовину, короче, новая. Там есть ремейк Chemical Plant из Sonic 2, который опять же наполовину, короче, Chemical Plant. Из Sonic 2, а наполовину новая локация. А потом там вообще чисто просто новые механики и локации начинаются. Просто там офигеешь от того. А Сеги все, что нужно было сделать, это на аутсорс Соника. Они отдали на аутсорс Соника ребятам, которые вообще шарят в Sonic играх. То есть им Sonic Team, короче, консультации делала, да, но. В целом игра получилась просто смак. То есть там вот там новые мемы, короче, появились. Например, там в Chemical Plant есть жидкость, которая сделает тебя сказать «Йо!». Ну, на самом деле там есть жидкость, от которой ты, если падаешь в бассейн с ней, то ты подлетаешь вверх. Я видел. Вот, типа как в портале втором. Я видел. Вот, и ты, короче, это, причем и там ништяк, там, например, ты забегаешь такой, да, в воду, воду смотрел, и ништяк. Я смотрел, и такой шприц, короче, всаживаешь там вот это говно, и да такой... Это, блядь, 10 из 10. У меня главная проблема с этой игрой — это Динува. Подожди, Sonic Mania — Динува? Да, Sonic Mania — Динува. Ну, ты нигер вообще, эта игра стоит своих денег, как бы. Я не хочу. Эта игра стоит даже... Буквально сегодня купил Сиг. Но не хочет тратить на Sonic Mania.
А сколько он стоит? Внимание, 700 рублей. 700 рублей. 700 еще дороже. Нига, если бы она, если бы она стоила 6000, и все равно она стоила бы заплатить, потому что, господи, это же Соник. Вот есть, вот, короче, смотри, есть, есть. Самое смешное, что он, в Steam есть такая игра, которая стоит 2000, называется Sonic Lost Worlds. Вот. Sonic 2006? Нет, Соник 2006. Ты чё, какой Соник 2006? Нига, такой игры не существует. Как это не существует? Это камон. А как же Соник 4? Ганон. Соник 4, там один из первый эпизод был, ничего так вроде. Этот, блин, Соник... Соник сидит, тут Соник сидит просто, заебись. Ты поиграл? Да, я поиграл. Я тебе чё говорил? Told you. Он просто там вот этот музон, короче, там путешествие во времени. И там, я правда не понял. Там Робосоник. Я не понял. Вот да, до Робосоника я дошел, короче, я ему дал пизды. Правда, это такой батхертный был босс, на самом деле. Я что-то попытки, наверное, шестой только его смог пройти. Короче, я был пиздером по Сонику, я успел там побегать, короче, там музон просто, это офигенно. Там ребята вообще постарались. Ну, а может, Sonic Generation взять? Sonic, вот Sonic Generation реально стоит взять, потому что это клёвая игра. Она, короче, вот она реально клёвая. Единственное, что, знаешь, там есть... Там есть локация, с которой я вообще... Газе, мне похуй на эту локацию. На ней можно с клавиатурой играть? Да. Почему нет? Не вижу никаких проблем. У меня пад автоматически детектился, так-то можно с клавиатурой бегать. Вот. Ну, короче, на самом деле... Всё, всё клёво, кроме, короче, одной вещи. Там есть локация из Sonic 06. И вот это просто батхер. Там есть и с Adventure в локации. Там есть с Adventure локации, но они как бы окей. То есть там просто Cityscape, конечно, есть места, где если ты ошибся, ты упал, короче. И меня вообще раздражает вот эти хуйни, когда ты делаешь, короче, ошибку и при беге у тебя отнимают жизнь, короче. Причем некоторые там такие вещи бывают, что либо там платформер, где нужна хорошая точность приземления, в чем, собственно, и состояла весь Crysis City, ёбан. Либо это такие штуки, где ты на высокой скорости должен какой-то экшончик сделать. Если ты его пропукал, то ты можешь упасть, короче, вниз и потерять жизнь. Вот это было в Adventure, короче, два раза. Escape from the City. Ну, в целом, короче, на самом деле, довольно клёво. И там боссы интересные. Единственное, что я долго, короче, думал, как пройти финального босса. Потому что это было, короче, не очевидно, несмотря на подсказки, которые тебе летят. Тут Sonic 3D Blast. О, бой. О, бой. О, бой. Не, ты чё, я помню, как я поставил его такой сегу, там включил, а там ебучие 3D, я такой. Блин, нахуй вынесло. Я играл в Sonic Adventure оригинальный. Ты знаешь, я его почти прошел на самом деле. То есть он не такой плохой, как говорят. Sonic Adventure говно. Суть в том, что. Суть в том, что он вышел после Mario 64. Он, причем, понимаешь, нет, там были, конечно, лаги, да, там местами был не очень дизайн. Дело в том, что он как бы pretty much okay game, потому что я его в детстве прошел процентов, наверное, на 80. Единственная причина, по которой я не смог его пройти, там где-то перед каким-то боссом была катсценка, который в русской версии, короче, вылетал. На который в русской версии, короче, вылетал. Потому что русская версия была хаком от каких-то ноунеймов. Вот. Там... Да. Да, ты мемных субтитров не видел, что ли? Ты не видел мемные субтитры?
типа по яйцо это говно решено. Типа все в пукан. Нет, ты че? У меня единственная консоль была, это SMD. А он на ПК вышел, Adventure, первый. Блять, ты че, я после этого... Ну а чем? Он... У меня ПК Единственное, что там, короче, многим не нравится, это есть на... Там есть код, у которого мини-игры, это рыбу ловить. Но это реально мем. Вот, но кому-то может и нравится. Рыбу ловить? Да, там рыбу надо как ловить. JRPG. Я, короче, да, я на 100% комплитнул, короче, все его эти мини-геймы в детстве. Вот, но... В общем, некоторым может не понравиться. Блин, я смотрю вот в этот геймплей в Дристине, и тут, короче, они забрались в место, где карьерный экскаватор просто крутится, и вот... Пиздец, настолько... Ой, сейчас как карьерный экскаватор. Это что, отсюда гниер автомата? Карьерный экскаватор. Он, короче, такой лагнул и двинулся на несколько оборотов назад. Чё за мем? Типа трону тут. Не знаю, они мне как-то появляются. Вот ты, наверное, всех подбираешь. Да, вот они... Что я могу сказать? Love Breakers лучше, чем Destiny. А, это две разные игры. Даже несмотря на то, что они разные, Love Breakers лучше, чем Destiny. Love Breakers это мем. Девай в меня. Особенно спасибо. Love Breakers лучше, чем Overwatch. Просто неудачно вышел. Очень неудачно вышел, more like. У него не тот жанр, чтобы выходить вместе с Overwatch. Но он не вышел не вместе с Overwatch, в том-то и дело. Понимаешь, он вышел вместе с Йо... Суть в том, что все... С Quake Champions он вышел. Да, ну с Early Access'ом это раз, а... Нет, суть не в этом. Суть в том, что люди думают, что это Overwatch. Все, кто не играл там где-нибудь, ну, там в бетке или еще, все думают, что это Overwatch. Сами, кто слава Брейперс, они сами заявили, что «Fuck Overwatch, мы лучше». Нет, они заявляли, они заявили буквально, что мы делаем не Overwatch, ребят, пацаны, мы делаем не Overwatch. Да, то есть другая, это другая игра, и ебать, да. Это Quake Champion, сделанный правильно. Ну, сорта... Ну, нет, я бы не сказал, на самом деле. Он выглядит довольно-таки охуенно. Суть в том, что то говно, что это говно, на самом деле, в плане, например, подачи. В плане геймплея, ну, это да, я даже не знаю. В плане подачи, да. В плане геймплея, это Quake Champion. Блядь, мне геймпад доставать, что ли? Чё происходит? Чё все чёрное? Не знаю. Нас телепортнуло к этому чуваку. У меня геймпад уже просто весь... Подождите, пушечки поменяю. Ооо, там какая-то хуйня вышла. Погодите, чё, Женёв купил Сидж? Да. Лол. И он сейчас лагает, потому что он устанавливает его. Ха-ха-ха. Хе-хе, сколько у Женька FPS на фавеле? Он ещё с... Я не играл на фавеле. Фавелы скоро не будет, так что... Мы и так в неё не играем, так что... Фавелы сакс. Нет, а вообще сколько у него FPS? У него? Там 30. Что-то у него в сервисканте нормально, но как он заходит в игру, у него там 30, да, как у пирога. Но пирог же как-то нагибает время от времени. Так что ничего. Там, пирог игра не по FPS, там игра про пинг. А, ну пинг. Не, на самом так, деле, знаешь, мем. Пока что игра не про пинг, да. Пока что игра про то, кто выйдет. Потому что пинг, короче, они в новом патче обещали, что игроки с низким пингом, короче, наконец-то, типа, будут иметь более-менее преимущество. Типа, сейчас, если у тебя высокий пинг, то ты можешь, короче, реально мимовать. Потому что твоя моделька отрисовывается... Если ты выбегаешь из-за угла, твоя моделька у других людей отрисовывается гораздо за... позже, чем... Ой, что случилось? Ну чё, вручную мапать контроллер, что ли? Ёбаный рот. Ага. Какой мапочек контроллер? Чё за Dark Souls? Почему пол исчез? Flow is lava.
Литерли сейчас была лавой. Слушайте, нигеры, мне кажется, я смотрю того же самого босса на футаже GN, которого сейчас проходит. Блин! Буквально мы сейчас можем стримить. Флора плава, да. Буквально, я смотрю того же самого босса. Нем. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Спасибо. Теперь я рип. Нет, тут надо, чтобы все разными играли, классно. Два хранта, буквально делаем хуйню. Я не понял. Демка Sonic Generations не подхватывает DualShock. Потому что ничто не подхватывает DualShock. Steam подхватывает DualShock. Да, четвертый. Да, четвертый должен. Он все равно старые игры только input подхватывают по большей части. Либо Direct Input контроллер, но с кнопочками типа 1, 2, 3, 4. Нет, ты зайди просто даже в Steam настройки, там теперь можешь джойстик выбирать основу. Опять пол пропал. Да, у нас тоже. Ты там. Не у нас вообще смотришь? Я смотрю, как IGN транслирует вашу игру. Так, а где у нас? Ну мы весьма сосем. Они тоже на самом деле. Там стоп, ему? Синенький такой здоровый мудень, да, на мехе? Да. Ну да, буквально, у него сейчас половина хп. Чуть меньше. Чуть меньше. Это такая какая-то там фаза. Они тоже сосут, короче. Здесь, причем очень сильно. Мне понравилось, как чувак вообще просто суисайднулся. Титанчик, кстати, ничего такой ставит щит, короче, пытается из него пикать, а потом думает, а, fuck it, короче, и идет просто, йоло. Я могу понять, они на паде играют или нет? Скорее всего, да. А то он пытается по голове ему попадать. Бум-бум-бум-бум. А ему не надо по голове попадать, у него слабые поинты брони разрушаются. Нет, не сзади. Ты разрушаешь его броню, и у него поинты появляются. А что за говно? Ой, маленькие боты идут. А что там по сюжетке в Дриснене? Кто это такие вообще? Да хер он знает. Они напали на людей, да, короче. И что за... Там говняный сюжет, короче. Блять, короче, это Half-Life 3. Угу. Сейчас на Бориалис пойдем. Ничего, лампочка горит. Гача! Гача гейм. Слушай, у меня лампочка горит. На DualShock. Я думал, она неисправна. Неплохо. Protein. How to make a protein shake. Ой. Дизайн пока. Ой, как меня туда-то! Блять! Мне такое чисто, что я реально смотрю ваш стрим, только чуть-чуть в будущем. О, все, он рип. А, нет, не рип, это я рип. Где-то все это... буквально там. Да я не знаю. Там ты рядом, якобы. Лол, ревайв, плиз. Гайс, can you please revive? Ой, тут еще кто-то слез. Yeah. Не титанил? Гайс, плиз, ревайв. Да, они детонируют все эти мелкие. Сейчас понял. Лол, тут электричество херачит. Подожди, а кто забрал эту хуйню? Он. То есть нам ничего не досталось? Я не знаю. Что за ММО, я удаляю эту. Опаньки, они его убили. Бля, ебать. И он ливнул? Да, он ливнул. Мочао Хинкс? Не, подожди, может там тоже это дали? А, да, все окей. Погодите, чё это за жесты? Они аутисты, что ли? Да. Слушай, ты реально смотришь только наоборот, уже не вперед, а уже чуть-чуть позади. Аутизм просто буквально. Блять, чё Соник такой быстрый, я ебал. Саня.
вылетели Гринхилза. Ну-ка, спиндаж есть? Есть. Нихуя он быстрый! Generation, что ли, играешь? Да. Damn. Gotta go fast. Gotta go fast. Gotta go fast. Сука, хули так быстро? Короче, удаляю это говно. Не знаю, когда играю, у меня буквально мозг отключается. Ну, это именно эта игра.